Всем привет! Мой канал сам себе режиссер. Это ужас у нас, что творится. Тайфун. Не слышно, наверное, какой шум стоит. Но ливень уже всю ночь шел. И только просохло у нас это море возле дома. И опять вот такое море. А вчера уже было тут сухо. 2 дня не было или 3 дождя, а вот опять море. Да шум такой, да большой такой ветер. Всю ночь ужас какой-то. Вот так вот у нас. Обалдеть! Когда это кончится? Кончится ли вообще? Ужас, всю ночь проснусь, шумит. Вон деревья как мотаются, по деревьям только и заметно, конечно, что. А так и не слышно шума, как он шумит. А деревья мотает, ужас. Ну, через стекло, видите, как плохо через стекло. Вот так вот. Ой, наш Биробиджан скоро утонет. Не видно далеко, ничего не видно. Ни вышки телевизионной не видно. Все туманом затянуло, ну, дождем. Ой, ужас. Вот деревья мотают как. Это не деревья, это ива, она легенькая, но все равно во все стороны мотается. Ой-ой-ой-ой-ой. 9 утра. Небо темное. Через стекло плоховато, если бы, конечно, ну, выйти страшно. Страшно выйти. Ой, не. Да, МЧС передавали, что 8-9 через нас какой-то опять циклон идет, опять зальет нас. Ужас. Только люди подвалы маленько откачали. И опять. Вон какое море опять. Вон высохло. Вчера шла, было сухо. Солнце вчера было. Позавчера солнце. Тепло так было. А сегодня вот так вот. Ой-ой-ой-ой. Где же мы кого прогневили? Какого бога? Ну, я всегда говорю, кто говорит, ой, да ай. Ну, конечно, я тоже не хочу такого ливня. Но лучше ливень, чем гарь и пожары. От одного дыма только можно задохнуться. А это уже мокрые, как-нибудь уже оботремся, обсушимся. Что сделаешь? Ну, пожары страшнее, дай бог. А еще торфяки бывают, горят. Это вообще. Вот так вот у нас. У нас спальный район вокруг. Строительство еще идет, коттеджи строят. Во, как деревья бедненькие. Листья с обратной стороны светлые, как будто крашеные. Thank you.
Это номер. Это да. Таким сильным ветром, такой сильный дождь. Циклон 2 дня, говорят, будет идти. Ужас. Не выйти из дома. Хорошо, что я вроде бы ничего мне не надо пока. Ой-ой-ой-ой. Ну, а дома, конечно, хорошо. На лоджии хорошо. Ну, вроде бы пока-пока.